пару кусочков плачущего обсидиана, поршни и один рычаг. Немного булыжника, вот так уже в инвентаре места нет. И самое главное, редстоун. Простенький такой способ, но я уверен, что он Кате намного больше понравится, нежели просто подходить и убивать криперов и каждый раз себе сраку взрывать. О, вернулся наконец-то. Ну, придумал что-нибудь? Да придумал. Я тебе так скажу, то что проще способа убивать мистера Крипера даже не существует. А вот эту лопату в руку бери и давай мы с тобой здесь начнем строить. 5 блоков в ширину яма и в длину, ну давай где-то блоков вот так. 7, давай. И 3 блока в глубину. Строй. Так, опять я все, вот опять все я. Ну ты же учишься, как убивать мистера Крипера, да? Ну вот, ты и строй. Ну, легче все-таки копать яму, чем убивать криперов. Ну шо, вот так нормально? Катюшка-бульдозер хорошо сработала? Хорошо. Сейчас держи половину плачущего обсидиана и застраивай весь пол давай. Че, прям весь, что ли? Ну да, весь. Мы с тобой сделаем вот эту обсидиановую коробку для того, чтобы она нам дольше послужила. И чтобы она намного раз могла выдержать удары мистеров-криперов. Кошмар какой-то, столько ресурсов тратить на это. А вот сейчас надо простроить небольшой такой мостик над вот этой вот ямой. Сюда добавить мои поршни, которые я взял. Вот так вот. И вот ты уже примерно поняла, что здесь будет происходить. На самом деле это даже не ферма, но очень такой простенький механизм, чтобы убивать всех мистеров-криперов. Ну я так понимаю, это что-то типа ловушки для них. Ну типа да, ты будешь их заманивать вот сюда, будешь пробегать по этому мостику, нажимать вот сюда на кнопку, и поршни будут просто сталкивать всех мистеров-криперов вот сюда в яму. И все, и там они будут просто взрывать друг друга. Сомнительная какая-то идея, но у меня по-любому ничего не получится даже пробежать по этой штучке. Подсоединяем это все вот так редстоуном и ставим сюда рычаг. Ага, а вот сейчас стань вот сюда на вот этот мостик, мы просто проверим, стань, ага. Все, и вот ты бежишь, допустим, сзади тебя мистер Крипер, иди сюда. Так, побежала. Ага, нажимаем. И вот так же, как ты сейчас туда свалилась, туда будут сваливаться все мистеры-криперы. Слушай, ну походу действенный все-таки план. Ну давай проверим уже скорее. Давай, сейчас дождемся ночи. Вылезай тогда давай оттуда, дождемся ночи. И устроим здесь западню для мистеров-криперов. Так, самое главное, пожалуйста, не мешай сейчас мне. Иди стань просто возле рычага, и я буду тебе кричать, когда на него надо будет нажать. Так, давайте, мистеры криперы, все за мной. Вот сюда, в яму не падайте, вот на мостик, давайте, по одному. Слушай, а ты справишься? Да я не знаю, эти странные мелкие, так, идите сюда, и нажимай! Нажимай! Ну как-то ты криво нажимаешь! Вот нажми еще раз на рычаг! Нажми еще раз! Как? Так, подожди, на меня нападают! Сейчас нажму, давай! Господи, что ж ты-то такая медленная! Нажми на рычаг! Прямо сейчас нажимай! Так, и сейчас когда... Прости, пожалуйста! Живой. Тебе смешно, мне больно в сердце, то, что моя девушка такая нубасися. Убери эти поршни, давай это все заново. Катя, сейчас их еще намного больше, чем было. Пожалуйста, аккуратно, не нажимай раньше времени. Не нажимай, я тебе скажу. Скажешь. Нажимай! Ой! А давай ты просто будешь стоять в сторонке и смотреть, хорошо? Хорошо, давай, прости, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой, они уже бегут за мной. Так, аккуратненько, прохожу. Проходи. Так-то! Давай еще сюда, давай, идите. Папа! Там уже у нас и скелет, и крипер. Еще один, иди сюда. Потеряшка, давай, проходи. Так... А вот сейчас можно их уже взрывать. Как думаешь, Кать? А как их вообще взрывать-то? Чем? У тебя есть зажигалка? Конечно, всегда с собой.
Вы там что-то не поделили или как? Я не могу понять. Так сзади кто-то... Нет, он бежит из окна, вот это... Тихо, не надо никуда падать. Вы там что-то не поделили, а вы что сами взрываетесь? Выкинь мне зажигалку, пожалуйста, вот сюда. Дай. Так, держи. Быстро, ага. Просто берем и просто правой кнопкой тыкаем по одному криперу. Как? Сейчас, подожди, не достаю. Сейчас я вот туда прыгну, вот так. Тыкаем по криперу. Опа, и убегаем. Аккуратно. А вот сейчас просто берем, вот так вот спускаемся, еще последнего крипера, опа, вот так вот валим и собираем весь порох, который из них выпал. Так, и сколько получилось-то? 1 стак пороха и еще 36, то есть, Кать, почти 1,5 стака пороха за одну серию. Нифига себе, так чё ж ты мне раньше-то про это не говорил? Офигенный способ! Офигенный-то офигенный, но как ты видишь, этот способ еще тяжелее, чем убивать криперов обычным способом. Потому что ты даже на рычаг нормально нажать не можешь, чтобы их столкнуть в эту яму. Но зато на кучу фейерверков мы с тобой уже заработали. Ну все, тогда вот эту шайтан-машину тут оставляем и пошли домой. Ну сейчас, подожди, еще одну партиечку криперов, самую последнюю, я сейчас приду, стой там. Только на рычаг вовремя нажми. Сейчас, подожди, сейчас. Нажимай! Нажимаю! Ну вот и все. Готова их еще раз поджигать, а? Да, давай, вот смотри, теперь я попробую. Берешь зажигалку в руку, подходишь вот туда, к краешку. Вот туда подходишь, зажигалку бери. И тыкай правой кнопкой по криперу. Давай на счет. Раз, два, три. А! Нет, в смысле, за что ты так... Катюшка, крипера, убийца, готова к делу. Так, где криперы? Сегодня я защищаю этот город. Этому герою нужен новый герой. Ты уже в прошлом. Теперь я беру свой меч и иду убивать. Где они? Показывайте. Я всех просто с первого раза возьму. Так вот, тыщ. Так, нападаю, так, перекручусь. Сальто назад, вперед. И крипера убиваю. И с этого, и с этой стороны. И так, где криперы? Ты куда их всех увел? Показывай, где они. Раскукарекалась, да, уже? Чё я раскукарекалась-то? Теперь я говорю, я новый герой в этом городе. Ты не новый герой, ты старая жопа. Как ты ею была, так ты ею и осталась. Держи, короче, стак пороха, держи половину бумаги, иди делай нам обычные фейерверки, выкидываешь и полетели с тобой в деревню. Наркоманы Петровичи же деревню нам должны были перестроить. Сейчас полетим и посмотрим. Так, смотри, ты видишь, что у меня в руках? Ты видишь, что это такое? Это криперы бывшие. Кто их убил? Я их убила. Раз крипер, два крипер, три крипер, четыре крипер, пять крипер, шесть. Иди фейерверки делай! Сейчас, подожди, это надо просто, наверное, это порох и бумага соединяется, и все, да? Да, вот этот крафт ты точно должна знать, потому что проще некуда, иди сюда, фейерверки, давай, полетели. Я лечу первой, потому что теперь я глава в этом городе и доме, а ты за мной, и не смей меня даже обгонять, понял? Кто последний жопа крипера? А сейчас давай, догоняй! Не-не-не-не, я первее! Возле ворот встречаемся! Возле ворот! Ты жопа крипера, ты вообще сдохла, Кать! Ну я впервые прилетела к воротам! Ну ты сдохла! Иди сюда заново, я тебя жду! Давай, быстро туда внутрь, заходи, ворота за собой закрывай! Сейчас нечисть всякая сюда набежит! Так... Ну, снежок вижу, лед вижу, это уже хорошо. Сосалки тоже на месте, это хорошо. Везде гирлянда, бегает Мия, Ксюха, Андре. Херейдушка, ты-то что тут забыл? Мы тебя-то уже 100 лет не видели, здорово, Херейд. Слушай, ну мне нравится, красиво каждый домик, прям так гирлянды облепили. Много сосалок, это хорошо, ты смотри, они даже магазин наш вот этой техники обустроили, смотри, какой тут ковер красивый, новогодний прям. Так, ладно, пошли дальше, вы тут на меня не смотрите, идите дальше, достраивайте все, пока мы здесь с Катей будем ходить. Тут еще какой-то снеговичок автоматизированный, а что он делает, надеюсь, он пуляется снежками? Нет, он ничего не делает. Плохой снеговик. Ёлочка тоже неплохая такая, украшенная. Маленькая, конечно, но все же я надеюсь, что вы в этом городе где-то построили и большую ёлочку, а не только вот такую. Пошли, Катя, сюда за мной дальше. Ну, эта ёлочка такая, типа, при входе, да. Надеюсь, там в центре города будет нормальная ёлка. Не, ну... Чё это за говно? Кого?! Это не ёлка, это какашка какая-то маленькая, некрасивая, это же центр города, где нормальная ёлка?
Катюха, нет, они старались. Тут, господи, хватит там орать, уже курицы летающие. Нормальная елка с подарочками. Да, конечно, маленькая, но ну, чё, они зато две построили. Не, перестраивайте, ребят, это вообще не годится никуда. У нас в прошлом году такая красивая елка была. А сейчас что? Ну, вы слышали приказ вот этой мадмуазели. Перестраивайте елку, чтобы она огромной была, а то вот это не очень хорошо. Так, меня стрелять хватит? Вы елку перестраиваете, а ты, Катя, сюда за мной беги, мне надо тебе кое-что показать. Встречаемся в больничке для вот этих, для жителей. Тихонечко. Тихонечко, не разбуди, заходи, дверь закрыта. Подъем, Новый год! Это тебя обосраться! Ты что так кричишь? Я аж испугался! А чего они спят? Новый год, доброе утро! Господи, сердце в пятки ускакало и обратно вернулось. Так, короче, в этом сундуке у нас все нужные эти ресурсы, чтобы мы сейчас с тобой фейерверки запердохали. Не зря же мы вот этот порох добывали. Ну все, давай, конечно, делать фейерверки, вот у меня есть. Так это бракованные. Мы порох добывали, чтобы нормальные человеческие сделать, а не вот такие вот. У тебя какие-то другие есть? У меня всегда только такие были. Конечно, есть другие. Я тебе сейчас покажу, как это все делается. Для начала у нас здесь даже верстака нет, ну и нафиг нам вот этот верстак. Ставим уголь, ставим огненный порошок и ставим порох. И делаем, ну давай, где-то 12 штук огненного вот этого заряда. Огненные заряды? Это вообще что такое? Возьмем с тобой один алмазик, возьмем с тобой светокаменную пыль и давай голубой краситель, можно даже еще фиолетовый. И сейчас иди сюда за мной, мы с тобой найдем где-то верстак, вот верстак, подходи вот сюда и всю эту билиберду соединяем именно так. И получается у нас пиротехническая звезда, фиолетовый, голубой, большой шар. Чего ты сейчас сделал вообще? Алмаз, какие-то шары огненные, ты там чё колдуешь, а? Подожди, сейчас вот эту мамину маму звезду берем и соединяем с обычной бумагой и с обычным порохом. И сейчас, Катюха, подходи сюда ко мне, я тебе сейчас такое вот это покажу. Это какие-то новые обновления, что ли, в Майнкрафте вышли или чё? Да, вышли примерно 10 лет назад, когда фейерверки в Майнкрафт добавили. А сейчас подходи сюда и смотри на небо. Раз, два, три! Чего, блин, ты сейчас сделал? Это как вообще? Опа! Опа! Тихо, ты че? И вот это не бракованные фейерверки, а нормальные фейерверки. Вот! А у тебя фигня какая-то, которая даже не взрывается, видишь? А чё ты все это время-то молчал? Я думала, ты шутишь надо мной, что у меня бракованные фейерверки. Так у меня на самом деле реально бракованные фейерверки были. Фигня какая-то, а не фейерверки. А ничего, что мы в прошлом году на Новый год вот такие же фейерверки делали, просто ты, походу, за 365 дней все забыла. А ничего, что, скорее всего, это ты делал эти фейерверки, а я даже знать не знала, что такое существует. Ну так в следующий раз спроси хотя бы тебя научить, я откуда могу знать то, что тебе это интересно, я думал... Ты меня учишь играть в Майнкрафт, ты мне все показываешь, но как выяснилось, ты мне нифига не показываешь. Это что за жопа медведя у вас наверху вместо звезды, что это такое? Че это вообще такое? Если это звезда, то это, ребят, вы ошиблись, это совершенно на звезду не похоже. Краб какой-то морской. Вот именно. А ну, Катюха, залезай туда наверх, покажи, как нормальные люди звезду строят, а ну давай. Ща мы курицу тут им тоже построим. Ща я этим оболтусам покажу, как нормальную звезду построить. Вот это мы, конечно, все уберем, а потом я забабахаю фейерверки собственного производства. Посмотрите потом, что у меня получится. Ща. У меня в инвентаре как раз завалялись блоки золота. Ща мы им нормальную звезду построим, как у человека. Сейчас это сюда запередолим, вот с этой стороны, и вот сюда и готово. О, звезда как звезда, а у вас что? Жопа коня какая-то была. Так это не звезда, это крест какой-то похоронный на могилу. Погоди, ну крест и звезда это практически одно и то же. Ну вот сюда добавим. Вот так. Ну не, убери ее, сейчас вообще уже непонятно, сейчас факт какой-то получился. А вот сейчас ты пойдешь и покажешь мне, как делать эти фейерверки, потому что мне уже не терпится научиться. В больничке там сундук есть, откуда я брал все... Извините, подвиньтесь. Вот это, из которого я брал все свои вот эти ресурсы. Ты тоже оттуда возьми все, что тебе нужно для того, чтобы скрафтить фейерверк. Сейчас будет фейерверк твоего личного вот этого производства. Верстак ставлю сюда, начинай крафтить. Так, погоди, а башка крипера-то тут зачем?
А вот из нее мы как раз таки фейерверки сделаем. Заходи в верстак. Так, зашла, давай дальше. Один уголь, один порох и огненный порошок. Бери и крафти огненный заряд. Давай. А вот дальше можешь мне вообще ничего не объяснять, я и так сама все знаю. Добавляем порох, светокаменную пыль, немножечко алмаза, фиолетовый краситель и бошку крипера. Получаем пиротехническую звезду, соединяем, оп, и порох добавляем. Вот, порох добавляй, бумагу добавляй, выходи на улицу и показывай, что у тебя получилось. Наркоманы, господи, вы что тут с подмостками-то сделали? Ладно, спускайтесь все сюда, сейчас Катюха будет показывать, что она там нашаманила. Давай, и подойди вот сюда, чтобы фейерверк в дерево не запустился. Ну что, вы готовы? Готовы смотреть на мое произведение искусства? Быстро все свои глаза попучили в небо и смотрим. Раз, два, три. Какая-то фигня была, ну ладно, зато фиолетовая. Да почему фигня? Фиолетовая голова крипера была, ты что не видела? Ну такое себе что-то было, сейчас я еще сделаю, короче. Да потому что фейерверк со стороны надо смотреть, а не снизу на него вверх. Второе произведение искусства от меня, погнали. А может хватит нам на вот это, мы сейчас весь порох израсходуем, нам на Новый год фейерверков не хватит, Кать! Я не слышу тебя, что ты там говоришь!